Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи, дамы и господа, и просто земляки. Время 10 часов утра, сегодня 19 декабря, воскресенье. Такое у нас утро. И солнышко за облаками. Мы идем по проспекту Кунаева, бывшая Ленина. Городская больница. Так, а направляемся мы в нашу церковь. Душа моя, да уже же там.
Земляне православные, мы находимся в нашей церкви Благовещения. Сегодня большой праздник. Сейчас будет крестный ход. Нам разрешили снять. Пресвятая Троица, Боже, на славу Тебе! Иисусе, слачайший, спаси нас! Пресвятая Богородица, спаси нас! Святые архистратижи Божии Михаиле с прочими небесными силами, моли Бога о нас! Святые архистратижи Божии Михаиле с прочими бесплатными небесными силами, молите Бога о нас! Все святые, молите Бога о нас! Все святые, молите Бога о нас! Ныне и присно, и во веки веков, аминь! Нет, нет, избави. Избави от бедробы Твоей многомилостивее, яко мы усердно к Тебе прибегаем. Милостивому Избавителю Всеблагодарству Господу Иисусу. Спаси от бедробы Твоей Богородице, яко всебогозе к Тебе прибегаем. Яко к нерешимости не пристательству. Призе благосердие Тебе, Твоя Богородице, на мое лютое теле все озлобление. Исцели души мои я боли. Моли Бога о нас. Пресвятая Богородице, яко мы усердно к Тебе прибегаем, скорой помощнице и молитвеннице о душах наших. Вон мем премудрость, вон мем прокимет глаз четвертый, помянуй имя Твое во всяком роде и роде. Помянуй имя Твое во всяком роде и роде. Слыши чищ и преклони ухо Твое. Помянуй имя Твое во всяком роде и роде. Помяну имя Твое, Господу помолимся, Господи помилуй, яко святый си Боже наш, и во святых почивающий, и Тебе славу посылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно веки веков. Аминь. Всякое дыхание да хвалит Господа. Всякое дыхание да хвалит Господа. Хвалите Бога во святых Его, хвалите утверждение силы Его. Всякое дыхание да хвалит Господа. Всякое дыхание. Господа. И осподобитесь нам слышание Святого Евангелия
Господа Бога молим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Премудрость прости, услышим святого Евангелия. Мир всем. И духами твоему. Слава тебе. Хранители, молите Бога о нас. Святые ангели, хранители, молите Бога о нас. Все святые, молите Бога о нас. Все святые, молите Бога о нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Богу. Идем потихоньку, Сережа впереди. Попарно делайте. Попарно вставайте. Раз она снимает, будет... Помилуй нас, Боже, по верице милости Твоей, молим Тебя, услыши и помилуй, заходим в храм. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся великом Господине Отце нашим, святейшим патриархе Кирилле и Господине нашим, высокопресвященнейшим, митрополите Александре и о всей его крести братьи наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся, Отец наш и всем святым, помилуй и спаси нас, яко благ и человека любец. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Сегодняшнее чтение Священного Писания Евангелия говорит нам о тайне благодарения. 10 прокаженные исцелились, и один только из них родился воздать славу Богу и принести ему благодарение. Почему же не все возвратилось ко Христу, благодаря Бога за его чудо? И почему не 9, не 10, а как и остальные? Разве